Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов, я баянист, аккордеонист и гармонист. И сегодня я вам расскажу про такой замечательный инструмент, как мелодика. Это фирма Honor, модель Student 26 и немножко музыки. Данный инструмент хорошо подойдет детям для раннего развития музыкального. Знакомая клавиатура фортепиано, черные и белые клавиши включают в себя полный хроматический диапазон в составе чуть больше 2 октав, что позволяет сыграть практически любые простенькие мелодии. Данный инструмент позволяет развить как музыкальное мышление на клавиатуре, так и помогает развить дыхание. Конечно, этот инструмент будет интересен тем учащимся, которые постигают основы в будущем баяна, аккордеона или гармоники, потому что для маленького ребенка, который еще не в состоянии держать большой инструмент, освоить мелодику гораздо проще и легче, и, наверное, даже интересней, потому что уже с первых вздохов можно извлечь внятную мелодию. А естественное колебание язычков, которое присуще как губным гармоникам, так и традиционным гармоникам, здесь уже заложено. И эти азы уже будут на слуху у юного музыканта. На этом инструменте помимо традиционных звучаний можно еще импровизировать с приемами духовых инструментов. Итак, есть несколько интересных приемов, которые разовьют не только музыкальную сторону, но еще и дыхательную. Это прием вибрато, когда мы диафрагмой вибрируем звук. Это вот так вот происходит. Можно делать более частую вибрацию, более редкую. Прием фрулята — это когда воздух поступает через язык, и звук получает такую более интересную окраску. Вот звук ровный, а теперь фрулята. Тоже. И знаменитый прием губных гармонистов — нетемперированная глиссанда. Это когда мы занимаемся так называемым передуванием, когда звук у нас с основного тона уезжает на полутон, а то и на тон вниз. Хорошо, это тоже можно сделать красиво на интервале. Овладев такими приемами, конечно, музыкант получает новые возможности в исполнении уже полюбившихся композиций. Модель Honor Student 26 комплектуется пластиковым кейсом, который очень удобно взять с собой на природу, путешествие, ну или бросить его вместе со всеми гитарами, синтезаторами, которые тоже будут находиться в кейсах. И я уверен, что сама мелодика не пострадает, потому что кофр очень крепкий и надежный. Данная модель изготавливается в 2 цветовых вариантах. Это такая синенькая и черная. Также есть различия в количестве клавиш. Здесь 26, а здесь уже 32. Ну и эта модель немножко побольше и потяжелее. Ну и сейчас сыграем на этой, на черненькой. На мой взгляд, версия на 32 клавиши более по звуку объемная. Ну, за счет того, что более такой широкий корпус, ну и возможности более широкие. Модель Student 32 комплектуется пластиковым чехлом,
который очень удобно закрывается, его очень удобно носить с собой. Ну и, конечно же, любого школьника он может защитить в бою.